Так, запись есть. Все, да? Да. Ну вот, вот так лазим. Вот теперь тебя вижу. О. Нормально там? Да-да, вижу. До сучка долез? Что, снимаешь? Да, еще да. Все нахуй. Не залазить.
Ну вот, надо плотно одевать, поэтому, потому что... Вот тайга такая вот, Иваныч. Вот, и видим кедр, да, подошли, видим, паданка есть, значит, и будет шишка. Значит, все, одеваем когти и вперед. Вон, видите, полностью какой прямой, прямой и тонкий. Далеко придется лезть, далеко. Ну, что сделаешь? Ну, вот так выглядят таежные когти, вот, можно еще раз посмотреть. Ну, тут, видите, еще, если я вот так пристегну, наклон когтя будет вот так, я буду стоять вот так. Если надену на эту ногу, то у меня получается, как бы, она будет от кедра, вот так он, тюк, вперед. А если на эту, видите, наклон когтя, вот так, вот, вот так и оденем, вот так, чтобы было, вот. А тут есть разница, то есть, какой коготь, по какую ногу, то есть, наклон, видите, вот мне нравится вот такой, что я буду стоять, маленький наклон когти. Тут вот так все выглядит. Ну все, одеваем. Ну вот когти хорошо обвязал, полностью затянул, пока когти одевал, шишка падает. Вот она. Вот, посмотрите, какая хорошенькая. Вот такая вот краса.